Я опять о детях, но не о приемных, а о родных. Владимир Владимирович, вы этот вопрос, по-моему, не очень любите, но тем не менее интересно, а как живут ваши дочери? Где они, что с ними? Может быть, вы уже дедушкой стали или дважды с дедушкой, а мы не знаем. Вот такой вопрос. Спасибо. А вам нужно это знать? Любопытно очень. Любопытно. Мне очень нравится, как Владимир Владимирович рассказывает о дочках. С такой отцовской гордостью. Нужно это знать. С такой отцовской гордостью. Нужно это знать. Любопытно очень. Любопытно.